Если случайно мы кого-то осудили, а уж тем более прокляли, то, конечно же, за это мы будем отвечать. Всякое слово, сказанное во зле или в суе даже сказанное, оно идет нам в осуждение. Поэтому обязательно это надо исповедовать, если такое произошло в жизни. И стараться, ну, прикусывать язык и больше, так сказать, не делать этого, и уж тем более не проклинать. Потом, если проклятие сорвалось с ваших уст, значит, оно уже было в вашем сердце. Значит, вы уже предуготованы были к этому. Значит, вы привыкли к такому ходу мыслей, если это даже в словах уже выразилось. Потому что если нет такого внутреннего расположения души, то оно и в словах никак не выразится. Поэтому надо задуматься о состоянии души этого человека, который там или сквернословит, сидя за рулем там, на других водителей, или там проклинает собственных детей, даже некоторые проклинают матери там, или отцы. Это приводит только к худшим последствиям. К лучшим последствиям в жизни детей приводят молитвы родительские, а проклятия родительские еще хуже ситуацию усложняют.